сегодня мы вам расскажем о полуавтомате закаточной модели МЗ-400Е3, который может работать как от датчика наличия флаконов, время которого вы можете регулировать сами, так и от педали. Для этого всего лишь необходимо переключить флажок в нужное положение. Итак, я думаю, рассказывать более нам не о чем. Давайте приступим. Флакончик у нас сегодня маленький. Для начала я буду закатывать с помощью датчика. Датчик отработал, флакончик мы забрали. Потом мы вам продемонстрируем. Теперь с помощью педали. Ну и третье положение, это вам для подналадки. Камере, наверное, нужно будет время сфокусироваться. Все очень ровненько, все работает. Как видите, корпус полностью из нержавеющей стали, что соответствует всем стандартам ЖИМП. Я вас благодарю за внимание, всего вам доброго и до свидания.